Всем привет, ребята, вы на канале Суперкошка, с вами Варя. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. И первым делом хочу вам сказать огромное спасибо за 120 подписчиков. Так, как вы видите, ребята, 14 тысяч кубков, ровненько, ни больше, ни меньше. Только прокачала, так сразу вышло. Потому что, захотела, чтобы было ровно 14. А у нас будет следующий такой мини-режим. Разгром Суперсити. Одиночное столкновение. А на бойца, как я понимаю, квеста нет. Только столкновение. Потому что квест на Поко я выполнила. Так, какая карта? Что за карта? Берем Була. Бул. Где? Где у нас Бул? Ой, только не говорите, что он уже на 20 ранге. Когда... Ладно, допустим. Хотя, знаете, все равно как-то. Попробую. Может, сольем кубки, может, не сольем. Тем более, ребята, за этот скин я не играла еще. Я еще не играла за этот скин. Идем на центр. Так. Так, сейчас молчим, тихонько подходим. Ру-ру-ру-ру-ру. Что? Если карта для Була, грех не взять Була, как бы. Это логично. Итак, он взял у меня целых... Так, сейчас, ребята, тише. Да подходите ко мне, не бойтесь. Хотя, может, они не знают, что я здесь. Это даже хорошо. Это даже хорошо, если они... Кто-то... Ё-моё. Так, сейчас делаем так. Так, пожалуйста, не говорите, что он здесь. Да. Ну ладно, четвертое место тоже нормально? Нормально. Плюс 4. Погнали дальше. Надеюсь, все будет идти все лучше и лучше. Не знаю, я очень долго не играла. Ну как долго? Я вообще за него не играю. И как бы по логике вы, мои подписчики, должны об этом знать. Ой, здорово. Кто же сильнее? Нафига я его опустил? Теперь он меня прибьет когда-нибудь. У меня хилка есть! Я забыла. Я так отвлеклась на то, что у меня, оказывается, был гаджет, что слила 6 кубков. Так, нужно запомнить, у меня есть у меня есть гаджет на хилку, который хилит 1500 за секунду. Так, бас, у нас там бас. Бас. Не знаю, если он накопит ульту, может быть, даже мне и не сдобровать, но в любом случае сейчас... Нам пофиг на все, и мы его убиваем с одного удара. Да ульту, ё-моё, боже, лагает. Вот лагает, вот что за лаги? Зачем? Всё. Сливаем кубки, ребята. Сливаем кубки, чек. Уже 3 минуты от видео прошло. Ну ладно. Так, сейчас нужно нормально играть. Боже, суперкошка, соберись. Просто возьми и соберись. Тебе нужно больше банок с самого начала. Так! Жизнь боли. Больше банок, это больше одно немножечко. Я не знаю, что сейчас делать. Я хотя бы отрегенюсь. Так, здесь у нас нежданчик сейчас будет для Шелли. Воу-воу-воу. Давайте. На самом деле, этот ветерочек на данный момент мне помогает. Сейчас мы сделаем, ребята, смотрите, как. Хотя нет, не буду пока делать. Он точно сейчас куда-то прыгнет. Он прыгнет. Я надеюсь, он прыгнет на меня прям.
Или он не будет прыгать? Куда он пойдет? Не ко мне, жалко. Ру-ру-рум. Ой-ой. Фух. Думала мне... Думала, сейчас буду минус я. Но Шелли с ультой, сами знаете. Шутить со Шелли с ультой — это не очень хорошая идея. Ой, ё-моё. Откуда ты взялась? Уйди от меня. Надо было все-таки сначала тригиниться, а потом бить пушку. Ну ладно. Не расстраиваемся. Не расстраиваемся. Бежим на центр как можно быстрее. Потому что если мы не придем на центр вовремя, то мы уже никогда не придем. Так, дарил. Еще один был. Да ё-моё, ребята, это называется мэджик. А давайте им. Подрались, чуть не убили друг друга. И в конце такие, а давайте им. Логика. 999. Тут где-то дырь. Так, ладно, ребята. Аккуратно. Так, там у нас... Это наш был. Но я хочу его убить. Потому что... Да всё, может, чтобы тим, тише. Может, чтобы тим. Вроде бы. До тех пор, пока у тебя не останется пол хп, я тебе не снесу. Угу. Уйди! Два было со скина. Сколько у него было банок, извиняюсь? Где? Сколько, ребят? 4? Я хочу продолжить. Потому что мне надо 20 ранг восстановить и поднять хотя бы на 2 куба. Ну, потом, ну, как бы... Если терять кубки, то надо их восстанавливать. Потому что если ты будешь просто терять и не восстанавливать, то ничего хорошего не произойдет. Тем временем я сейчас полкатки провожусь с этим 8 бетоном. Да и в итоге еще и умру. Заняв 5-е место еще. Нет, пофиг на все. То, что мы сперли только одну баночку. Уйди. Нет! Ты меня не убьешь! Да ё-моё, я ненавижу полкат. Так, нам нужно сейчас занять 1-е место. Или 2-е. Или 3-е, может быть, даже. Я не знаю. Нам нужно сейчас 6 кубков. Это 2-е место, мне кажется. Если я, конечно, ничего не путаю. Нам нужно занять 2-е. Бэггар. Теперь не страшно. Все. Мы его отогнали. Здорово, кактус. До свидания, кактус! А чё с ультой не так? Вы думаете, когда просто стою и кашу, это я... Я вряд ли просто... У меня вот... Чё с ультой? Чё он так сильно лагает? Ну, смотрите, мы ровненько вернулись к тому, что было. Но в то же время заработали 100 жетонов. Я не знаю, вот играть дальше или не играть. Честно, ребят, я поиграю. И в следующей серии... Хотя нет, я на камеру ещё поиграю, потому что 8 минут — это мало. И в следующей серии вы увидите, как хорошо я... Апнула кубки и слила. И надеемся, то, что апнула будет больше. Там на Шелли АФК, что я очень хочу к ней подойти. Надеюсь, что она меня не убьет. Хотя не. Только сейчас заветные 3 секунды потратил, за которые можно, не знаю, много чего получить в Brawl Stars. Ребят, ну потому что 3 секунды — это очень много. Да в смысле? Сейчас нужно делать, не знаю, какое. 3-е место, чтобы было плюс 6. И в итоге может еще получиться ровненько 500. Как бы с чем я начала играть, с чем и закончила. Не идем на центр без одной баночки. Хотя бы одна баночка должна быть. Причем чем больше, тем лучше. Хотя бы 2 — это уже хорошо. Так, тише.
Нужно хотя бы эти две еще зафармить. Так, она же ничего не знает, да, что я здесь? Ой. Что произошло? Что тут лагает, ребята? Вы видели, как сейчас отлагало? Сильно отлагало. 8-е место, ребята, если что. Я точно отыграюсь. Хотя бы на ровненько 500 жетонов, но я отыграюсь. Желательно хотя бы побольше, чем на 500, но уж... Ой, проблемы с Wi-Fi, ой, не вовремя. Ой, не вовремя проблемы. Ой, большие проблемы. Ой, с Wi-Fi. Да ё-моё! Они все сами себя поубивали, или что произошло? Ладно, допустим. У меня 6 банок, это уже нормально. Как бы в прошлый раз я с 4 пыталась выжить. А здесь уже что-то да есть. Угу. Эх, ты странно, конечно. На булу идешь в кустах, вот так вот сразу. 8 банок, думаю, бояться, конечно, стоит. Но не сильно. Ой, ладно, так. Кто здесь? Интересно, этот кто-то меня уже видел? Ой, зачем я это? Ладно, позже. Так, мы отыгрались. Мы отыгрались даже плюс 3 кубка. Если честно, не хочу на булу поднимать. Не хочу. Там, не знаю, на кого-нибудь другого. В Бравл Боле, пожалуй. Там, не знаю. Кто у меня сейчас ближе всего к 20 рангу? Ой. Барли. Ну, не знаю. Я, наверное, пойду за Фрэнка, да. Хотя бы 16 ранг ему прикачаю. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Всем пока-пока.